Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Modrunner, с вами Егор. И мы продолжаем прохождение модовой карты под названием «Лесозаготовки» от автора Серж. У нас осталось 3 лесопилки, сегодня мы их закроем, добьем, так сказать, запакуем. И уже в следующем выпуске Modrunner перейдем к новой модовой карте. Так, друзья, участвовать сегодня будут у нас, так сказать, работать на нас 3 модовых авто. Это Зикс, вот СССР, такой подуставший, проржавевший. Так, водила отдыхает, ага, прилег. Ну, пока я поговорю, он решил отдохнуть. Потом КамАЗ, какой-то там 63501 или что-то такое. И МАЗ 6317, все три модовых машинки. Так, я тут немного, я уже тут покомандовал, так сказать, за кадром. Посмотрел, куда ехать, я тут отметку поставил. Вот эти три лесопилочки, одна на горе. Ну, я думаю, туда МАЗом этим поедем, ЗИКСом. И две. Ну, вот, одна и вторая. В принципе, недалеко друг от друга. Ну, тут блокпосты, но придется в объезд. Ссылочки на эти автомобили будут в описании под видео. Кого заинтересует, качайте, устанавливайте, катайтесь. Ну, а мы начинаем. Всем приятного просмотра. Так, алло, просыпаемся. О, вскочил, бедолага. Все, поехали, друзья. Монстры лесовозы. Такой, видите, он подуставший. Но зато огонь. Карта отдыхающая, реально. Ну, хотя я вот три лесопилки мы набили в прошлом выпуске. Как по мне, показалось, что не сложная. Ну, вот эти три лесопилки, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, с такими монстрами, то, в принципе, никакие преграды не страшны. Лесовоз из прошлого. СССР. Так, уходим на поворот. На поворот. И здесь. Где нам наверх туда подняться? Ага, ну вот, я сейчас сюда поставлю отметку. Там, в принципе, через две речушки.
через даже три раза будем пересекать, по-моему. Два, три. И мы в дамках. А, так тут мостик. Нормально. Так, я, наверное, пониженную переключусь. Не улететь, блин. Тихонечку.
немножко подлагивает еще из-за сторонних объектов. Так что кто будет катать карту эту, там не переживали. Так, ну все, по прямой, по этой дороге присопил. Ох ты ж, ё-моё! Вот это веселуха! Вот это мостик! Это, конечно, все хорошо, но... Может, лучше... Лучше бы его не было, а? Я так бы переехал! Блин, и веселуха. Должен выехать. Стоп, прицепу может быть... Опа! Хорошо, что не останавливался. Выскочил. А на мостик экстремальный. Еще и на повороте, можно сказать. За поворотом мостик сразу. Ну хорошо, что я сюда поехал с Зиксом. Не КамАЗами и не МАЗами. У этого лапти такие. Проедет везде. Так, пересаживаемся. Что у меня там? МАЗ. О, блин, а где мой КРАЗ? Это как-то подзаправить бы. Так, сейчас посмотрим, куда нам. Да, наверное, сюда же, сюда же, сюда же, сюда же. Блин. Все сюда. Только потом, наверное, тут пере... Что это такое? Где? А, тут без разницы, либо... Нет, так ближе.
потом просто сюда нырять. Одна пошла туда, лесопилка. А, не, вот эти две. Блин, я уже запарился. Вот, через станцию топливную и через... Ну, поехали, короче, там отметим. Такой вот мазик. Тарахтит, правда, ну, блин. Блин, сейчас зацеплюсь за эту ветку. Я КамАЗ оставил на складке.
Крутой мост, ничего не скажешь. Огонь просто.
Так что Мац этот я в копилочку положу. Еще покатаемся на нем. Понравился он мне. Крутой, конечно, Мац. Офигеть. Прикольный. Может еще там у него еще какие-то модули есть. Ну посмотрим, еще покатаемся, повозим лес. Будем менять модули кузова там, на распуск или еще на что-то. Ну посмотрим по карте, какие карты нам будут попадаться следующие. Так, КамАЗ, КамАЗ, КамАЗ. Вот этот он, по-моему. Ага. Да, длиннющие ребята, а мне оттуда опять же... Ой, блин. А я, наверное, знаете, что сделаю? Я, наверное, не поеду сюда. Это такой длинномер, что мама не горюй. Я сюда... Хотя мне, блин, сюда все равно сворачивать. Но здесь, может, поудобнее будет переехать. Да, поеду сюда. Там как тут... Где я тут выворачивал? Тут... Как-то так неудобно, блин. Через эти мостики. Поедем по прямой. Вот у нас последняя лесопилка. Я ж тут выскочу, выскочу, выскочу. Надо вернуться сюда. Ну погнали. Так, ох, блин, уже темнеет. Так, хочу пропустить ночь. Сейчас, секунду. Все, и тут выскакиваем. А, и здесь нам повернуть. Нам на трассу не надо. Так, блин, не пропускается ночь, блин. Не хочу я ночью ехать, если честно. У них просто у модовых свет такой яркий, слепит. О! Сейчас я на... Где он у меня, блин? О! Сейчас на крас пересяду. КамАЗ заглох. Все, теперь можно ехать. Ну блин, длинномер такой. Это, по-моему, автор Хадсон. Там в паке их штук 5. Ну, ссылочку я оставлю. Под видео, так что. Бывают, спрашивают, пишут, мол, дай ссылку на КамАЗ, если что, под видео. Ну и это если я вдруг забываю там, ну бывает, или накладка какая-то, что она не отобразилась. Я, в принципе, импортирую с другого видео все эти надписи, все такое, чтобы не заморачиваться. Поэтому, ну, обычно, ну раз было такое, что ни ссылок нифига не показала, блин. Пришлось
пришлось просто дописать, повставлять эти ссылки. Но если вдруг что, то пишите. А так-то я, в принципе, все ссылочки на машинки, на карту оставляю в описании под видео. Чтобы вы не искали там на сайте, где эта машина или карта. Потому что их там, а карт вообще там куча. Сразу бац, вышли на эту карту, скачали, покатались.
Да я тут мазом не смог подняться. Ну, в смысле, смог, только он справа или как-то. С правой стороны объехал. Ой, отсюда вата с левой получится. А КамАЗом поднялся. Так, где эта лесопилка, блин? Что-то я так еду, блин. А я хоть туда еду. Фу, блин. Ё-моё. Вот она. Я, короче... Да не, всё... Всё правильно, блин. Вот она. Блин, я перекрутил карту.
Все правильно, сейчас налево мне. Налево и тут. Запутался уже, блин. Чутка запутался.
Так, ну вот и последняя лесопилка. Автору спасибо за карту. Карта, если честно, то мне понравилась. Она не тяжелая, не хард, но между такими тяжелыми картами можно, ну, так, она такая умеренная. Приятная, не знаю. Отдыхающая карта. Не напряжная. Не все же катать карты, еще там какие-то. Ну, она не сказать, чтобы она слишком легкая, но не тяжелая. Нормальная карта. Выгружантус. Ну а вам, друзья, спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии, за поддержку. Подписываемся на канал, друзья. Всем мира, добра, здоровья. И до встречи.